Два взрыва прозвучали сегодня в Техасе в зоне бедствия, пораженной ураганом Харви. ЧП произошло на химзаводе. Есть опасность, что снова рванет. Ураган понемногу стихает, но последствия и убытки исчисляются миллиардами. Дмитрий Анопченко расскажет все подробности. Казалось бы, новости обнадеживающие. Харви теряет силу. Ослаб, его уже и штормом даже не назовешь, не то что ураганом. Но новые сообщения из зоны стихийного бедствия переполошили всю Америку. Около 2 ночи по местному времени рвануло на химзаводе, территорию которого затопило. Над предприятием взвился черный дым, эвакуацию объявили в радиусе 2,5 километров. Несколько человек, надышавшись ядовитыми газами, попали в больницу. Руководство химзавода предупреждает о возможности еще одного взрыва и просит людей не возвращаться в зону эвакуации. Мол, они ничего не способны сделать. Их здание на 6 метров затоплено водой, и система охлаждения вышла из строя. Так что опасность сейчас уже не в ветре, хотя его скорость 200 км в час достигала, а в последствиях наводнения. Убытки рекордные. USA Today подсчитала не менее 160 миллиардов долларов. Это практически 1% ВВП Соединенных Штатов. Денег не хватает, и свою помощь массово стали предлагать знаменитости. От Дженнифер Лопес, отправившей 25 тысяч долларов, до Леонардо Ди Каприо, который сразу 1 000 000 для поддержки пострадавших выделил. Сочувствие к жертвам урагана по всей стране огромное, но есть и другие примеры. Министерство внутренней безопасности предупреждает, в зоне затопления действуют воры, переодетые в их сотрудников. Работают далеко от опасной местности, выводят людей из домов, сообщая, мол, их район тоже под угрозой затопления. А потом выносят все из жилищ. Но такие истории исключения. В целом страна мобилизовалась, чтобы помочь Техасу. Рекорды просмотров бьет вот это видео, где корреспондент CNN во время включения увидел, что за его спиной тонет машина. И, забыв о прямом эфире, бросился помогать. По официальным данным, более 13 тысяч человек уже спасены. 20 тысяч жителей штата по-прежнему пережидают во временных убежищах. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».